Мы очень рады вас видеть. Надеюсь, что вы рады видеть картины Анны Пинчук. И сегодня хочу сказать, что у нас совершенно особенная миссия у нас у всех. Мы открываем нового художника. Мы не просто открываем выставку, а у нас появляется сейчас вот в нашей обойме новый молодой автор. То, что мы сегодня видим на наших стенах, это фактически первая проба пера. Это вот первый проект, который затеян. И мне кажется, что это вполне такая любопытная заявка. И думаю, что Анна продолжит заниматься живописью. И мы еще не раз увидим ее новые выставки, новые экспозиции у нас, в других местах. Я буду рада. Вот эта выставка, она посвящена Испании, ну, то есть тому месту, которое, видимо, дорого Анне, и об этом она, наверное, нам несколько слов скажет, но хочу еще сказать, что здорово, что она появилась у нас в этот период, когда за окном все так, в общем-то, не тепло и не солнечно, и думаю, что, может быть, именно эта выставка изменит ситуацию. Спасибо вам большое. Я еще потом скажу несколько слов, а сейчас передаю микрофон художнику. Ну, судя по прогнозам, наверное, не изменит. Хотя бы, чтобы в душе там она оставила какое-то тепло, солнце. Эта выставка. Испания для меня всегда почему-то была каким-то вдохновением. Очень часто путешествую туда. Именно эта страна какой-то большой след оставила для меня. Ну и также кинематограф испанский. Педро Альмодовар больше всего. Ну, наверное, как-то не так глубоко все это затронуто. За основу я брала красное, как страсть. Но старалась использовать его много в работах. Вот. Не знаю, как-то первый раз для меня так сложно речь на публике говорить. Я хотела поблагодарить всех, кто сюда пришел. Очень мне приятно. Всех своих друзей, всех, кто был рядом. Очень многие мои друзья как-то способствовали развитию всех событий, которые происходили, когда я работала. Вдохновляли меня. Вот. Ну, в общем, всем огромное-огромное спасибо. Я хочу сказать Анне комплимент. Кроме того, что она нарисовала все эти замечательные полотна, она предложила развесить их вот в таком вот необычном порядке, что ли. То есть обычно выставочные экспозиции выглядят несколько иначе. Ну, то есть картины висят намного ровнее и как-то статичнее, что ли. Но вот у Анны возникла идея развесить их шпалерно. Я ее поддержала, подумав немножко. И я очень рада, что мы это воплотили. Ну, то есть получилось, мне кажется, здорово. Спасибо, молодец. И спасибо всем вам. Мне кажется, что благодаря вот вашему теплу здесь уж точно будет тепло. Спасибо. Спасибо. Да, и еще отдельное спасибо Наталье за то, что, ну, как бы благодаря, я думаю, ей в первую очередь у меня выставка состоялась, вы мою работу где-то заметили и мне предложили поучаствовать у вас в галерее. Несколько месяцев назад я увидела работы Ани, они мне действительно заинтересовали. И вот на протяжении, ну вот сколько месяцев прошло? Наверное, 4? Даже с октября, да? Ну, то есть получается, что фактически полгода Анна делала для нас эту выставку. Так что мне кажется, что это здорово, что этот проект состоялся. Спасибо всем, спасибо, Аня.